Добрый день, интернет-магазин billiardmag.com, меня зовут Богдан, и продолжаем снимать видео о киях Николаенко. Вот принято было решение отснять максимальное количество товарных позиций, для того, чтобы у вас сложилось более, скажем так, объективное впечатление о киях, чтобы вы могли рассмотреть более подробно, так как фотография, к сожалению, идеально не отображает видео поближе к, скажем так, к реальности, поэтому вот... Сегодня у нас бильярдный кий Николаенко под названием Марс, компоновки черный граб падук. Значит, видео может немножко не точно отображать. Значит, падук, это вот здесь вставки из падука сделаны. Это дерево от среднекрасного цвета до алокрасного. В данном кие мы видим среднее, ну, скажем, такое красно-коричневого цвета падук здесь попался. И в принципе это неплохо, так как когда падук вообще такой ало-ало-красный, ну такой насыщенно-красный, он немножко, скажем так, броско выглядит, а здесь вполне гармонично. Значит, по наборке, вот наборка Сатурн, это, ну, она так называется, так как данный вид переклейки, его тяжело отнести к какой-либо... ну, однозначной наборки, да, это не классическое перо и не тюльпан, то есть это вот что-то такое комбинированное, поэтому Николаенко присвоил название Марс. Значит, вот так выглядит поближе, скрутка стандартная, нержавейка в латунь, то есть здесь у нас нержавейка, резьба скрытая, ну вот здесь с краю, если с торца посмотреть, в принципе, ее видно, вот так она выглядит. Значит, давайте ближе рассмотрим наборку, вот так выглядит наборка поближе. Значит, покрытие на киях Николаенко стандартное везде, то есть это такое, скажем так, комбинированное что-то типа воскового покрытия. Значит, вот так выглядит белая часть кия. Ну, здесь, в принципе, все ясно, с белой части не будем останавливаться. Значит, наклейка установлена Triangle 12,5 мм. Ну, это усредненный мы размер ставим 12,5, он, конечно, немножко может плавать, плюс-минус 12,5, 12,6, 12,7 можем померить. Давайте глянем, значит, у нас здесь на этом кие, сейчас, минутку, здесь у нас 12,4, вот 12,4 мм на... отдельно взятом кие. Значит, пройдем дальше по турнику. На турнике здесь наборка более насыщенная. Вот таким образом выглядит. Ну, здесь вот то, что о чем я говорил, ответная часть латунь на скрутке. Значит, вот так этот кий, вернее, наборка на этом кие выглядит поближе. То есть она, видите, скажем так, ну, не совсем симметрична. То есть симметрична с этих двух сторон и симметрична с этих двух сторон. Значит, вот так выглядит. Здесь в середине большая вставка из черного граба. Ну, давайте немножко дальше сделаю, чтобы более обширно можно было глянуть на эту наборку. Вот так вот выглядит наборка на турнике. Значит, ну и далее черная, турняк, уже нижняя часть турника из черного граба. Значит, нижняя часть стандартное бронзовое кольцо Николаенко здесь, вот они бывают с фамилией, ну вот здесь, например, мы видим фамилию, здесь бывает просто с буквой М, вот, а узор, он в принципе стандартен для киев Николаенко, вот так выглядит, и внизу вставлено вот такое вот белое кольцо и вот такая форма бампера, или амортизатора, вернее. Значит, модель... нестандартная, то есть для любителей, скажем так, нестандартных наборок, в принципе, вот такая вот, не из недорогого сегмента, хорошая достаточно палка. Значит, по параметрам кия напоминаю, что вы можете заказать любые параметры, то есть, ну, имеется в виду вес, длина, диаметр наклейки, геометрические изменения, это можно заказывать. Это бесплатно, то есть такие коррективы вносятся бесплатно. Но на готовых киях это не делается, то есть это нужно кии изготавливать, если у вас индивидуальные параметры, нужно изготавливать с нуля. Срок изготовления кия Николаенко 2 месяца. Значит, дополнительно, чуть не забыл, к этому кию идет тубус в подарок, как и ко всем киям Николаенко. По условиям, какой тубус дается в подарок, вы можете посмотреть
в описании товара у нас там указано, какой вы можете выбрать тубус, из каких тубусов вы можете выбрать. И, наверное, на этом все. Это был краткий видеообзор Kia Николаенко под названием Mars Черный Граб Падук. Интернет-магазин Billiard Mag подготовил этот обзор. Меня зовут Богдан. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.